Pentium 4. Самые минимальные настройки. Итак, опции. Все на минимальных настройках. Вот. Видеокарта 9600. Ну да, как обычно. Radeon 9600. 256 мегабайтов. Итак, тем, кто говорит, что Pentium 4 топ, сука, просто, сука, соболезную. Что это такое, нахуй? Это, блядь, позор, понимаете, блядь? Это ебучий позор, блядь, сука. Что это такое, блядь? Как это можно понять, сука? Этот ебучий, нахуй, процессор не может ничего прогружать, нахуй. Это ужас, сука. Тут видеокарта, блядь, абсолютно ни при чем, блядь. Что это за уебищный, сука, процессор, нахуй? Блядь, это пиздец, нахуй. Я не знаю, блядь, кто это, сука, дерьмище ебучий разрабатывал, нахуй. Я просто в ужасе, блядь, кто это дерьмо ебучий разрабатывал, блядь. Игра, кстати, совсем чистая, блядь. Ничего такого нету. А вот такой ситуации, блядь. Ситуации этого процессора. А вот в случае с Эмдом такой ситуации нету, нахуй. Он просто, сука, как надо, очень плавно работал. Да, блядь, я рукожоп, конечно, мега кривой. Погнутый, немного погнул ножки, нахуй, процессора. Хотя зачем ножки процессора это опять обратно восстанавливать, если эта материнка уже не будет использоваться, блядь. Если вы будете брать, не знаю, с Авито какой-нибудь комп, если какой-то будете брать компьютер с 478 сокетом, нахуй не берите, сука. Не берите, это, сука, худший просто сокет. Что ебаный сервер, он что этот Pentium ебучий. Это ебучее просто ужасно дерьмо, нахуй. Не берите такую залупу, просто не берите. Это худший, сука, процессор. Особенно ебучий процессор от, сука, от пидорного Intel'а.